Thank you.
Начались 0-2, но в итоге такая качественная достаточно победа, уверенная. За счет чего? Ну, не знаю, это... Конечно, начало было с нашей стороны плохое. Как-то, наверное, не проснулись еще. Вышли, получили 2 гола на ровном месте. Но потом хорошо, что собрались, не раскисли. Сумели перехватить инициативу, выровнять игру. После первого уже 3-3 был счет, а потом уже во втором начали. Хорошо свои моменты реализовали. И меньшинство хорошее выстояли ребята. Чтобы завтра так же уверенно победить, нужно тоже начать с 2 пропущенных? Или это не обязательный сценарий? Нет, конечно нет. Надо выйти с самых первой смены. Свою игру начать играть. Активно перехватить сразу же инициативу. И постараться забить как можно быстрее. Ваше меньшинство сегодня было очень такое уверенное и качественное. Это, собственно, заслуга как бы ваша. Вы старались разыграть. И соперник, в общем-то, позволял. Не, ну соперник, я не знаю, как шло у них, не шло, но наше меньшинство, это хорошо, очень слаженно играли ребята, самоотверженно на себя броски ловили и 3-5 выставили 1.5 минуты. Так что я думаю, тут меньшинство заслуга ребят. Вообще, в целом, показалось со стороны, что защита сегодня хромала на самом деле и у соперников ваших, и у вас. В чем причина такая? Ну, про соперников не знаю, но с нашей стороны бывали такие мелкие ошибки, но и впереди также ошибались. И защита там. Друг друга выручали, главное. И вратарь где-то подтащил. Друг за друга сыграли. Это уже не важно, кто где ошибся. Главное, выиграли. Что нужно завтра сделать, чтобы сохранить такой же настрой и победить? Ну, выйти с такой же уверенностью. Мы сейчас боремся за попадание в плей-офф. Нам, для нас каждая игра как последняя, считай. Как у нас сейчас уже плей-офф, считай, начался. И мы будем по-любому биться. Вы играли за Северсталь в качестве тренера в Череповце, если не ошибаюсь, первый раз. Были какие-то особые ощущения? Ну, я давно здесь не был, конечно, приехал, и немножко такая ностальгия. Погулял по городу, вспомнил эти хорошие времена, когда здесь играл. Тем более, мы здесь выиграли впервые бронзу, и это очень приятные моменты были для болельщиков, для города. Поэтому, конечно, рад был всегда вернуться, но уже в качестве тренера. Ваша команда очень быстро пропустила 2 шайбы, взяли паузу, тайм-аут. Что вы сказали своим ребятам? Во-первых, плохо начали, очень слабо и в обороне, и получили 2 гола. Просто сказал, ребят, надо собраться и играть совсем по-другому, так как мы спланировали. Ну и потом быстро забили нужный гол, я считаю, вот этот первый гол как бы переломный был. Но без ошибок не было в первом периоде, потом опять пропустили. Ну, а второй период уже начали практически опять с нуля. То есть 3-3 – это как бы с нуля начинаем. В целом, со стороны казалось, что проблемы в обороне существуют, собственно, и у «Алмаза», и у «Юности». С чем это связано было с вашей стороны? Ну, во-первых, мы играли через день. Вот, я думаю, что и в Ярославле там усталость накопилась. Поэтому сегодня, может, где-то свежести чуть-чуть нам и не хватало. Но я говорю еще раз, что молодцы ребята, что вот переломили, как говорится, игру, зацепили за счет, ну и победили. За счет чего можно сохранить, ну, получить победу тоже завтра? Я думаю, все зависит от того, как ребята восстановятся, потому что получается, как бы, у нас 5-й день, 4-я игра, то есть, ну, тяжеловато, тяжеловато. А у нас, как говорится, скамейка не длинная, то есть практически одни и те же играют. И где-то мы стараемся даже и в 3 звена играть, потому что 4-е у нас слабоватое звено, можно так сказать. Плюс еще у нас 2 защитника травмированных, которые, ну, в принципе, из основного состава. И вот ложится, говорится, нагрузка на других ребят. Поэтому я считаю, что если свежести хватит нам завтра, то, может, мы, конечно, победим.